Добрый день, с вами мисс Апаш, и сегодня я покажу, как достаточно просто и быстро выполнить контракт Third Times the Charm с рейтингом «Бесшумный убийца». У нас две цели, которые заказали друг друга. Нам их нужно ликвидировать удавкой, тела нужно спрятать, и нельзя менять начальную точку. В этой начальной точке у нас нет оружия, я беру с собой удавкой и в тайнике прячу лом. Но это всего лишь для удобства прохождения. Первым делом нам нужно отвлечь охранника. Наша цель у входа. Если мы его не отвлечем, то нам очень сложно будет подозвать нашу цель в укромное место. А сейчас я бросаю здесь монету. Охранника я уже отвлекла. Готовлю удавку. И жду, пока моя цель подойдет. Все надо делать достаточно быстро, потому что если немножко замешкаться, нас может заметить посторонний персонаж. Тело нужно спрятать. Здесь есть рядом ящик, куда я его и прячу. Обращайте внимание на персонажа впереди, и если не успеваете, то дождитесь, когда он отвернется. А сейчас я захожу, из тайника беру лом. Он нам просто может ускорить время прохождения. В целом можно обойтись без него. Я бегу к второй цели. Я не бегу через двор, потому что там нас может скомпрометировать охранник, с которым мы можем столкнуться. Поэтому выбегаю здесь. Обращаю внимание на камеру слежения, перепрыгиваю забор. И сейчас привлекаю внимание продавца пиццы. Я хочу у него взять ключи. И в целом он нам может помешать. Тело обязательно нужно спрятать. Ключи я пока не беру. Взламываю дверь. Это просто более безопасно. Прячусь за препятствием и бросаю монету только тогда, когда наша цель находится в самой ближней к нам позиции. Иначе может подойти другой персонаж. И удавкой ее душу. Тело, соответственно, снова нужно спрятать. Я ее тащу к ящику с этой стороны, чтобы нас никто не заметил. А теперь я беру ключ от мопеда продавца пиццы. И на нем покидаю миссию. Все достаточно просто и быстро. Ставьте лайки и подписывайтесь. Желаю удачи!